Основная причина происшествий на дорогах – несоблюдение скорости в сложных погодных условиях. В том числе по этой причине в регионе на уходящей неделе произошло 8 ДТП. 9 человек получили травмы. Инспекторы предупреждают, что особенно внимательными стоит быть на проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. В выходные дни на территории региона пройдут сплошные проверки водителей на трезвость. Госавтоинспекция Кировской области напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 000 рублей.